Привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и сегодня у нас будет очередная распаковочка. Только сегодня получила, и будем вместе с вами открывать. Кто впервые на моем канале еще не подписался, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. Всем приятного просмотра! Итак, это мне пришли товары на обзор специального магазина Бор Прити. Вот так все упаковано. Так, сейчас будем открывать и смотреть, что тут мне пришло. Люблю их товары. У них очень много разных новинок вышло. У меня уже на канале есть обзоры на гель-лаки и не только. Так что, кому интересно, можете посмотреть. Будут в описании под видео. А также я вам оставлю ссылки на AliExpress. Это товары с официального магазина. Вот такие классные гель-лаки. И сейчас с вами будем открывать и смотреть, что внутри. Так, упаковка просто шикарная в коробке. Ничего не разбилось, не пролилось. И давайте начнем. Это получается Super Shine кошка. Это кошка, это цветники. Так, сейчас будем все смотреть и открывать. У нас это же распаковочка, так что будем вместе с вами открывать и смотреть, что тут мне пришло. Вот прики я люблю. Вот это код получается 56340, чтобы искать на сайте. То есть нужно ввести код и по коду уже искать товар. 56340. Вот такая кошечка. Объем идет 10 миллилитров. Хороший объем. Также есть у них и по 7 миллилитров гель-лаки кошки. Так, я только, к сожалению, не взяла свой магнит. Сейчас я возьму. Так, взяла. У меня также Бор Прити магнит. Хороший, он двойной идет. Вот такой Бор Прити магнит. Также есть у них в магазине. Так, вот эта кошечка. Дальше будем с вами делать вместе выкраску. Итак, подготовила я свои типсы. И давайте начнем. Давайте начнем с кошки. Вот эта кошечка. Буду наносить на прозрачную типсу. Так, а остальные на эти цветники. Посмотрим перекроить цвет, так, чтобы все хорошо держалось. Давайте кошку оставим в конце, цвет под номером 52, код 55845. Взяла уже цветные типсы, потому что у меня типсы заканчиваются. Пока еще не пришли новые типсы. Постоянно для выкрасок нужны типсы. Но хочу сказать, что все хорошо перекрылось. Но я сделала такой средний слой. Видно, ничего нигде не проплешивает. Цвет очень такой красивый, яркий, насыщенный цвет фуксии. Вот так как поближе. Цвет под номером 52. Консистенция классная, маслянистая, наполнение по плечике. Кисточка ровная, длинная, запах не резкий. Супер просто. Дальше следующий вот такой зеленый цвет. Вообще у них красивая, классная вот эта серия. Также есть еще серия с блестяшками.
также очень красивый, просто шикарный цвет. Ну, типса большая, нужно побольше мне гель-лак, а то слишком мало набрала на кисточку. Так, быстро самовыравнивается, хорошо, плотный, в один слой просто замечательно. Ну, я сделала, можно сказать, что такой средний, не тонкий слой. Красивый зеленый цвет. Красавчик просто, фокус. Так, дальше. Следующий вот такой мятный цвет. 93. Видите, он в баночке как мятный, а на самом деле это желтый. Сейчас посмотрим, перекроет ли он этот зеленый цвет. Да, все хорошо. Также плотный, вообще желтые оттенки некоторые полосят, потому нужно использовать белую подложку, чтобы лучше ложился цвет. Ну, этот красавчик хороший, как видите, на зеленой подложке. Просто замечательно. Вот такой красивый цветник. Так, следующий смотрим. У нас 85 цвет. Уже нанесем на прозрачную. Ну, цвет просто огонь, девчонки. Я такие цвета люблю. Такой как бы красный яркий цвет. Также хороший. На прозрачную типсу ничего не просвечивает. Хорошо они наполнены. Как видите, ничего не просвечивает. Наполнение по плечке. Все отлично, да, видно. Кисточка ровная, длинная. Легко наносить. Консистенция такая средняя. Ничего не будет никуда затекать, хорошо работать. И, конечно, главный плюс, что нет резкого запаха. Для меня это большой плюс. И еще у нас осталась кошечка. Вообще, посмотрите, какие красивые яркие оттеночки. Просто шикарно. Желтый. Все цвета. Вот так поближе, потому что мне кажется, что они вдали немного по-другому выглядят, нежели на самом деле. Фокус. Вот. Такая красота. И еще у нас осталась кошечка. Вообще-то много, огромный выбор кошек. Это серебро. Так, сейчас я вот еще хочу сказать. Можно наносить на черную подложку, да. Это у меня получается прозрачная подложка. Так, что у нас тут? Ну, тут запах идет порезче. Так, Super Shine Cat 56-340. Так, смотрим. Ну, замечательно, быстро реагирует кошечка. Так, вот. Шикарная, как бы такая кошка. Светоотражающаяся кошка, как вижу. Очень-очень замечательно. Просто-просто. Класс. Так. Еще нанесу. Пишите мне в комментариях, который больше из всех вам понравился гель-лак. Как по мне, все они хорошие, просто замечательные. Вот даже так гель-лак без кошки красиво смотрится. Вот такие красавчики. Ссылки будут в описании под видео. Поддержите меня подпиской. Поставьте мне приветственный лайк. Мне всегда нужна ваша поддержка. Вам не сложно, мне приятно. Как бы это стимул снимать для вас новые видео. Итак, дальше следующая посылочка. Также сегодня получила. Заказала вот себе такие две штучки. Для наушников, для себя и для своей младшей дочки. Чехлы для наушников. Вот такие они идут. Так, рабочий замочек. Доставка быстрая, доставка где-то до месяца. Вообще очень быстро они ко мне пришли. Все хорошо. Мне кажется, что там были другие цвета. Я взяла обычный черный цвет. Главное с дочкой не путаться. Ну, у нее
белого цвета наушник, у меня разноцветные. Так, сейчас мы проверим. Как раз у меня под рукой есть ее наушники. Так, и будем сейчас смотреть, все ли подходит. Так. Наушники также брала на Алиэкспресс по хорошей выгодной цене. Вообще я стараюсь заказывать по хорошим ценам, так бы и вам было хорошо для заказов. Как бы проверяю, доходит товар или не доходит, как в работе. Вот, все хорошо. Но эти наушники где-то уже месяц хорошо служат. И то дочка постоянно у них слушает музыку. Хорошие. Они также у меня были на обзоре. Так что подписывайтесь, кто еще не подписался. Будем вместе с вами открывать по ссылочке и смотреть. Так, дальше надо это мне все убрать. Так, дальше огромная посылка. Это я брала, уже у нас заказывала. Так, сейчас будем смотреть, что тут мне пришло. Я, конечно, знаю, что тут пришло. Такая огромная посылка. Будем открывать. Сегодня только получила. И вместе с вами делюсь. Так, как это я открою? Наверное, как-то так. Тут должны быть уже вкусняшки. У меня ранее на обзоре вкусняшки уже были. Так. Ну, хорошо упаковали. Доставка где-то неделю, даже меньше. Вместе с вами. Вот это пришли конфетки. Так. Ассал, люблю я их, очень классные. Это идет ассорти. Дальше еще изюм, такая пачка, 1 килограмм, индийский изюм, пальчики такие. И еще тут что у меня есть, это и семечки еще пришли, также 1 килограмм. Буду делать конфетки еще, орешки я заказала и мед. И буду делать свои конфетки. Мед, изюм, семечки, орешки. И супер конфетки получаются. Уже делаю не первый раз. Детям нравится и мне. Так что будем делать снова. Так. И вот эти конфеты. Просто замечательные. Это идет набор ассорти. Такие тут есть и с кокосом, с орешками разными. Так, давайте откроем. Мы посмотрим. Тут 1 килограмм. Так. Черносливом и миндалем. Дальше. С кешью. Брауни. Разный чернослив. Дальше. Кокос. Финик. Круче разные. На любой вкус. Ну, есть отдельно можно брать кило только одного вида. Ну, нам нравится, чтобы были разные. Вот. Персик. Клубничка. Короче, разные конфетки. Очень классные. Просто советую. Супер. Вот такая у нас сегодня была распаковочка. Заканчиваем на такой сладкой ноте. Пишите мне комментарии, подписывайтесь, кто еще не подписался. Всем хорошего дня, отличного настроения, мира и добра. До новых встреч. Пока-пока.